Всевышний Аллах говорит в Коране: «Иннамаль муъминуна ихва» – «Воистину верующие братья». Этой связью Всевышний Аллах связал сердца верующих. Где бы мусульманин ни находился, на востоке или на западе, он верит в Аллаха, в Его Писание, ангелов, в посланников и в Судный день, значит, он является братом для остальных верующих. Это братство обязывает каждого мусульманина желать своему брату того же, что он желает себе, и переживать за своего брата так же, как он переживает за себя. Пророк, алейхиссаляту вассалям, провозгласив братство верующих, сказал: «Не завидуйте друг другу, не повышайте цену товара и не враждуйте друг с другом. И будьте рабы Аллаха братьями. Мусульманин мусульманину брат. Он не притесняет его, не оставляет без помощи и не обманывает его». К сожалению, в наше время мы очень далеки от настоящего братства. Зачастую наше братство заключается в том, когда нас приглашают на ифтар или совместное чаепитие. Но настоящее братство проявляется тогда, когда у твоего брата случается какая-то проблема, и ты спешишь к нему на помощь, тратя на этом пути свои силы, свое время и свое имущество. Сейчас, в наше время, наши братья-мусульмане находятся в сложном положении. Кого-то притесняют, а кто-то находится в заключении. И в эти последние 10 дней Рамадана минимум, что мы можем сделать, это обратиться с дуа к Аллаху. Мы просим Всевышнего Аллаха освободить всех пленных мусульман и даровать им терпение для того, чтобы они прошли все эти испытания.